Всем привет, ребят. Ну что, вот я вернулся. Честно скажу, появилась новая интересная идея. Я вам показывал, уже показал, думаю, больше, чем достаточно на обнове. Поролили мы вот героев немножко во время стрима, забирающие с плюшки. И у меня осталось вот чуть-чуть, буквально там 14, как видите, наград, чтобы забрать, и мы с вами сейчас кое-что протестим. Будет у нас интересный такой тест. Я вам показывал, что можно ролить за ЗПшки здесь, получать награды. То есть это все не поменялось, я надеюсь. Сейчас мы это проверим. Поменяли у нас виды роллинга. То есть, ну, в принципе, мне нравится сама система отображения. Вот. Смотрите, что у нас поменялось. Вы можете нанять 100 героев максимум. То есть вот такая вот схема здесь уже. Как видите, у меня 45 миллионов значков почета. Сейчас мы добьем, давайте так, до 50. Чтобы уже приблизительно там первые мы не будем учитывать. Так, буду книги продавать. Так, вот у нас 50 миллионов ЗПшек. Странно, что не поднять было на ресурсы все остальные лимиты. Непонятно. Хорошо, хоть поподнимали в этом алтаре здесь. Больше всего радует. Можно будет на английском сервере теперь хоть по некоторые ресурсы копить, а некоторые открывать. Так, ну что, у нас будет роллинг. Давайте пооткрываем плюшки. Что у меня есть, в принципе, мне уже некуда копить. Открываем сундучки, заодно посмотрим, как все падает. Грубая сила, как видите, падает. Ну, две штуки упало с 10, одна. То есть с 10 в среднем. С 20 даже где-то сундуков падает она, грубая сила с этих вторых. Так, карты у нас накопились. Что у нас еще интересное? Сумки Охника, давайте вот эти. Сумки пооткрываем, почистим немножко склад наш. Так, это эмблемки. Это я пока оставлю их. Ну, можно уже все открывать. Места хватает. Почистим склад немножко. Так, что тут такое еще интересное? В принципе, с такого все. Такс. Карты я пока оставлю. Ну, вроде как бы все. С этим разобрались, поехали. Самое интересное, это ролик здесь получается. У нас акция на 100. Вот так вот. На соточку, то есть... Все-таки они сделали так, что вы можете, получается, заролить сотку, а 50 вам все равно в любом случае придется ролить за самое. Но за 100 вы можете сразу же получить 10 осколков. То есть я не помню, сколько там было раньше. Сейчас мы по значках почета посмотрим, сколько их останется. Но, как видите, уже дают три первых сумки за 150, коробки. Ну и так вот. То есть это для бездоната однозначно очень-очень большой плюс. Так, окей. Ну что, поехали. Попробуем. Испытаем удачу. Посмотрим, что же мы все-таки сможем выбить и сколько реально уйдет. Ну, как видите, ролик новый сделали. Ну, не знаю, интерфейс многим не нравится. Вот мы его обсуждали на стриме. Да, оно прикольно как-то, но не так, как хотелось бы. Нету никакой интриги. У тебя, блин, сразу же герой появляется. Могли хотя бы какую-то задержку, там, какую-то секунду-две сделать. Вот так получается все. У тебя подряд появляется. Да, судя по всему, тех же самых 5 миллионов только увеличили количество на этом. А за ролем мы то же самое. А может и нет, сейчас посмотрим. То же самое получается. Даже, как по мне, вроде и меньше. Нет, это так же.
Получается, что 3,8. Странное ограничение получается. До 4 что-то маловато. Хотя оно по-разному дает, но как-то вот так вот, ребят. То есть я думал, что мы сейчас 50 лямов за ролем, видите, максимум 86. И все. И никуда ты не денешься. За КГшки можно накупить слизни. Интересно, сколько мы их можем накупить. 28 тысяч на 140к. Неплохо. Так, ну тут у нас вроде все как было, ничего не поменялось. Вот так вот, такая вот обновка. Так, давайте еще пробежимся по локациям. Посмотрим, может где-то что-то я сегодня пропустил. Ну вроде так постарался вам оперативно все показать. Этот герой у нас получается в самой первой локации. Интересно. Так, ну тут у нас все. Сейчас посмотрим. Давайте еще затестим нового питомца. Сейчас попробуем его вытащить. Еще пару яиц у меня тут немножко есть, и немножко я пооткрывал. Посмотрим хоть какой-то шанс, как он падает. Нет, он выпал практически там с первого яйца вроде. То есть я не особо заморачивался. Вот выпивание. Но я скажу, смотрите, фиолетовых, как по мне, меньше стало. Не, все-таки падают. Ошибочка. Ну, новый питомец, конечно, падает. Не часто, я смотрю. Ну, он будет с новых сумок по-любому падать. Сейчас я гляну, что там его скилл дает. Сейчас побежим, посмотрим. Так. Сори, ребят, что я так отвлекаюсь, пытаюсь посмотреть его скилл. Где-то был у меня, я его делал перевод, показывал, рассказывал в прошлом этом, сейчас так. Так, когда он атакован, он дает атаку, прибавляет дружественным и дает щит негативным эффектом во время существования. Ну, в общем, по сути, как призрачный, как психощит, по идее, должен действовать. Сейчас попробуем выбить немножко больше его, если он упадет, и затестим. Но, как видите, он не особо хочет падать. Вот у меня он есть. Сейчас мы его еще посмотрю, может что-то я там... Вряд ли я что-то выбил. Как видите, он падает очень хреновенько. Ну, в принципе, как и все питомцы новые. Так, где он? Вот он. Вот он у нас. Получается, двум героям 170. 2,5 секунды. В общем, идем тестировать. Когда герой атакован, ребят. То есть, когда герой атакован, написано. То есть, вот так вот он должен работать. Посмотрим сейчас.
Вот, видели? Сия один негативный эффект получается, он снимает. Интересно. Ну тут попало. Кулдаун. Сейчас он встанет. Вроде действует. Судя по тому, что я вижу. Интересно, интересно. Надо посмотреть, конечно же. Так, окей, давайте еще тестик. Еще запустим куда-то ее. Так, добавь. Интересно. Ну такое что-то, я не знаю, надо будет уже достоверный перевод посмотреть. Еще, кстати, давайте посмотрим, мы не смотрели. По поводу, может, у нас поменялись какие-то схемы, добавились. Нет, тут у нас ничего не поменялось. В общем, вот как-то так, ребят. Своеобразный питомец, если он дает реально щит, он очень-очень будет хорош. Негативным эффектом. Вопрос, сколько у него будет на максималке, еще пока неизвестно. Я не видел максимального его скилла. Но думаю, это будет очень даже неплохо. Но видите, он срабатывает только когда герои атакуют. И вопрос, какой негативный эффект. Тоже интересно, от стана там, допустим, то есть это надо будет тоже уточнить. В общем, вот так вот. Питомец хороший, по ЗПшкам ничего не поменялось на китайке, не увеличил. Я думал, будем сейчас родить 50 миллионов ЗПшек, но, к сожалению, нет. Питомец мне, честно говоря, понравился. Есть что-то в нем интересное. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.